Йошан Бабахана Боша. Сегодня вторая годовщина посвященной матери, бабуле, бабушке. Дай Бог здоровья дочерям, это тетя Лиза, тетя Люба и также дед Петя и Юсубов, который проводит сегодняшний день ушло годовщины вокруг своей семьи, родных и близких. Дорогие господа, сегодня Йешуа матери. И Худорахман Гутех Мазол, она была на самом деле счастливой женщиной. Счастлива была тем, что прекрасные дети, прекрасные Худор, прекрасные родственники, которые сегодня все собрались, почитать свою память. Это имеет большую значимость для покойной души. Вот сейчас мы прочитали молитву Минха, Зуар, Хадуш, Ашкула, зажгли свечи. Уже первый этап Нахатруаха уже пошел. Это о чем говорится? Что душа сегодня имеет Нахатруах, спокойствие. Конечно же, сегодня еще о матери я бы хотел задеть из наших лабораторий. Как наши мудрецы нам проводят Йешуа, говорят, поясняют. Йешуа обозначает, дорогие господа, поучителя. Поучителя в том, что каждый что-то должен взять во время Йешуа. Был однажды один ребенок, недавно это произошло в Израиле, который очень сильно заболел. И у этого ребенка заболели почки. И искали донора, чтобы дать почки этому ребенку. Искали многих людей, но мама решила дать свои почки своему ребенку, 10-летнему ребенку, чтобы этот ребенок выжил. Мама решила пойти на операцию ради своего сына. Она жертвовала свою жизнь, чтобы ее сын остался живым, чтобы он еще дальше жил. Но когда она сделала операцию, она хотела, чтобы ей сделали, выдали правую почку, не левую. Но по ошибке врача ее взяли левую почку. Когда она левую взяли, нечаянно. Когда взяли левую почку, в этот момент ей сказали, что мы извиняемся, мы взяли вашу левую почку, не правую. Но мы это сделали, мы спасли вашу жизнь, потому что в вашей левой почке оказался рак. Она не знала об этом. Она не знала, вообще не хотела к доктору совсем. Но когда ей врач сказал, что такое произошло, она хотела судить врача. Имела ли она право делать или нет? Конечно, она подошла к Бедину, к Рабаю, хотела узнать, может ли она это дело сделать или нет. Рабаю ей сказали, что это дело нельзя делать, вы должны, наоборот, благодарить врача, что он спас вашу жизнь. Конечно же, этот ребенок остался живой, нашли ему другие почки. Этот ребенок, Барухашим, сегодня здоровый, крепкий парень, растет. Дай Бог ему здоровья в вашем мире.